Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про интересные физиологические особенности кроликов. Кролики – обаятельные животные, достойные внимания не только из-за своего милого внешнего вида, но и ряда занимательных особенностей организма. Чем необычны зубы кролика? Как эти животные воспринимают запахи? И почему их так легко напугать? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 6 интересных физиологических особенностей кроликов. Глаза у кроликов расположены по бокам головы. Благодаря этому они могут видеть то, что творится позади них, не поворачиваясь. В дикой природе это часто помогает кроликам вычислить желающего напасть на них хищника. А вот происходящее спереди эти животные видят очень плохо. Именно из-за этого их так легко напугать. Кролики не могут видеть в трехмерном пространстве и практически не различают цветов, кроме красного и зеленого. Кролики обладают отличным слухом, они слышат в диапазоне от 16 до 33 тысяч герц. Эти животные могут двигать ушами в сторону источника звука. Исключение здесь составляют только кролики породы баран. С помощью ушей кролики не только регистрируют звуки, но и общаются между собой, а также передают свое настроение. Кролики очень хорошо воспринимают запахи, у них около 100 миллионов обонятельных клеток. Нос помогает этим животным ориентироваться в пространстве. Также наравне с ушами он показывает настроение зверька. В зависимости от испытываемых кроликом чувств меняется частота его дыхания. Например, если нос кролика почти не движется, это сигнал того, что кролик расслаблен и отдыхает. Если кролик дышит очень активно, он, скорее всего, чем-то взволнован. Крольчиха может вынашивать одновременно 2 потомства, зачатых в разное время и от 2 разных самцов, так как у нее раздвоенная матка. Отчасти именно этой физиологической особенностью специалисты объясняют плодовитость этих животных. У кроликов 28 зубов. Передние зубы у этих животных растут всю жизнь, причем на нижней челюсти быстрее, чем на верхней. Поедая пищу, кролик делает 2 жевательных движения ежесекундно, то есть около 120 в минуту. Без естественного стачивания при поедании травы и сена зубы у этих зверьков отрастают за короткий период на 1-1,5 см. Благодаря вытянутому корпусу и мощным задним лапам кролики очень хорошо прыгают. Они спокойно могут преодолеть высоту в 1-1,5 метра. Кролики не только милые, но и очень удивительные животные. Их необычные физиологические особенности это хорошо подтверждают. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!